В Люберцах проверили качество школьного питания. Глава городского округа Владимир Ружицкий посетил школу номер 28 и пообщался с учениками. Подробнее в нашем сюжете. Каша, бутерброд и какао – стандартный школьный завтрак. За первый урок ученики младших классов успели проголодаться и торопятся за столы. Накормить 1100 ребят – непростая задача для поваров. У вас большая нагрузка, да? Много кормить. Спасибо вам. Столовая хоть и большая, но всех сразу не умещает. Поэтому детей разделили на два потока. Кормят по 550 человек. Завтраки сытные, ребята даже съедают не все. Только кашу и все. Хорошо, сладко. Кашку, булочку, бутербродик и какао. Вкусно. Еда очень вкусная. Кашу я поел и хлеб. Такой рацион в каждой школе округа. Для учеников с 1 по 4 классы завтраки бесплатные. Всего в Люберцах более 19 тысяч младших школьников. Здесь такая очень хорошая, добрая атмосфера. Ребята довольны, надо дать должное. Они говорят, очень вкусный завтрак. Я спросил, а где лучше кормят, дома или в школе? В основном говорят, в школе лучше. Ну так говоря. Правда, не все любят кашу. Глава отметил, что со всеми пожеланиями или замечаниями по школьному питанию можно обращаться в администрацию округа, в управление образованием или к руководителям учебных заведений. Анна Слайковская, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.